Визит Владимира Путина в Северную Корею и подписание пакта о взаимной обороне серьезно встревожили жителей соседней Южной Кореи. Я думаю, что этот новый альянс может представлять угрозу для нашей страны с точки зрения безопасности. Не думаю, что война начнется внезапно, но ее вероятность возросла. Мы все еще разделенная страна, и война может начаться в любой момент. В сложившихся обстоятельствах, если Северная Корея и Россия установят все более тесные связи, это окажет негативное влияние на нас, поскольку Россия может оказать военное содействие Северу в случае начала войны. Я беспокоюсь, что может начаться война, а у Путина и Северной Кореи такие тесные отношения. Пхеньян уже запускал воздушные шары с мусором, а северокорейские солдаты часто пересекают границу.